Российский актер Сергей Безруков стал отцом в пятый раз. Новостью о рождении сына он поделился с подписчиками на странице в Инстаграм. 47-летний артист опубликовал снимок из родильной палаты, на котором он показывает супругу, режиссера Анну Матисон, с младенцем на руках. «Анечка родила мне сына Василия. Ура! Нас стало больше! Спасибо тебе, родная моя. Я был рядом», — подписал фотоартист. В комментариях друзья и поклонники стали поздравлять многодетного отца с пополнением. Одними из первых Безрукова поздравили актрисы Светлана Ходченкова и Елизавета Боярская, директор Большого московского цирка Эдгард Запашный и другие звезды. Это третий ребенок Безрукова и его второй супруги Анны Матисон. У них также есть дочь Мария и сын Степан. Помимо этого, у него есть еще два внебрачных ребенка. От актрисы Кристины Смирновой у Безрукова есть дочь Саша и сын Иван. Известно, что Безруков и Матисон познакомились в 2014 году на съемках картины «Млечный путь». С 2000 по 2015 год Безруков состоял в браке с актрисой Ириной Безруковой. Общих детей у них не было.